Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи, и добро пожаловать в Roblox Симулятор Пчеловода. И сегодня у нас необычный ролик. Друзья, мы сегодня будем тратить 5 миллиардов меда. О боже, 5 миллиардов меда. Конечно, большая часть из них пойдет на новую пчелу. Мы будем покупать с вами 43-ю пчелу, это реально круто. Поэтому каждый, кто сейчас смотрит ролик, пожалуйста, поставьте свой лайкусик. Кто не подписался, подпишитесь и нажмите на колокольчик. И не забудьте оставить свой комментарий, друзья, это очень важно. Это очень важный ролик, потому что 5 миллиардов меда я трачу не каждый день. Я долго копил это все дело, и сегодня мы с вами будем тратить. Также напоминаю, что нас уже почти 90 тысяч, хотя, возможно, на момент выхода ролика нас уже будет 90 тысяч, поэтому поздравляю вас и себя с этим событием. И давайте начнем. Кстати, на стриме, друзья, мы с вами поймали новую одаренную пчелу, вот эту Бамблби пчелочку. Это моя 20-я одаренная пчела. Я сейчас буду покупать амулет золотой, у меня сейчас серебряный, за 10 одареночек. Следующий амулет у меня за 20 одареночек, это золотой амулет. Вот это реально круто, друзья. Итак, отправляемся сейчас, покупаем новую ячейку. После этого мы будем брать амулетик и ролить немножечко пчелок. Потом мы с вами покачаемся и испытаем новый амулет и новую пчелку, друзья. Ну что, заходим сюда. Фух, это наша 43-я пчелочка. 43-я это уже реально топ. Я не знаю, у кого сколько пчел, но 43 это много. Смотрите, пчела стоит 4 миллиарда. 554 миллиона 611 тысяч 273 меда. Просто давайте округлим 4,5 миллиарда. Фу, ребята, лайкусик уже горит под вашей, под вашей мышкой. Покупаю. Бум, 43-я, друзья. 44-я стоит 9 миллиардов 296 миллионов. Обалдеть, 9 миллиардов 296 миллионов. Это 44-я. Сейчас у меня, как видите, 42 пчелы. Мы сейчас с вами вылупим 43-ю. У меня есть серебряное яйцо как раз таки для этого. Смотрите, вот оно серебряное яичко. Ну, оно нам не важно, потому что мы все-таки будем использовать Royal Jelly. Так, ну, все равно посмотрим, что же нам даст это серебряное яичко. Так, где оно? Вот. И используем сюда, и бум. Райли или Рилли Би. Неплохая пчелочка, но нас она не интересует. Нас интересует либо одаренная, либо хотя бы временно легендарная, друзья. Одаренных у меня 20, напоминаю. И две у меня, видите, Rage B. Они специально для того, чтобы проходить муравейник. Поэтому я их оставил. Я считаю их за легендарных, потому что их баф очень важен. Без них в муравейнике делать нечего. Просто нечего делать, потому что их бафы очень нужны. Сейчас что мы с вами идем делать? Мы сейчас с вами купим немножечко Royal Jelly. Мы должны с вами оставить, во-первых, 250 миллионов, чтобы купить амулет. Да, ребята, чтобы использовать баф амулета, нужно потратить 250 миллионов. Поэтому мы идем к Royal Jelly автомату. Покупаем сразу 100 Royal Jelly. А теперь будем по 10. По 10, чтобы оставить 250, чтобы хотя бы разочек заролить. Так, 266. Давайте по миллиону. Оставим вот. Мы сегодня с вами собрались тратить. Так, по 10. Все, 250 миллионов, друзья. Я обещал, что мы тратим сегодня 5 миллиардов. Мы потратим 5 миллиардов и 1 миллион. Потратим все до копеечки. У меня есть 197 Royal Jelly. Также мы сейчас еще получим с вами 20 Royal Jelly. Смотрите, отправляемся сюда. Здесь у нас раз в сутки мы получаем Royal Jelly. Но такое количество, сколько у нас одаренных пчел. Так как у меня 20, я получаю 20 Royal Jelly. Итого 217 Royal Jelly. Сейчас мы с вами будем тратить эти Royal Jelly на вот эту вот пчелочку. Я не знаю, повезет мне или нет, но посмотрим. Если мы сейчас 100 с вами сролим, ничего не будет, то следующие 100 мы словим до первой одаренной пчелы. Так, выбираем сердечко. Я на стриме почти всегда сердечком это все использовал. Погнали. 100 штучек мы тратим. Так, надеюсь, я, конечно, надеюсь, что одареночка выпадет. Lion Bee, хорошая пчелочка, но не одаренная. Не одаренная. Так, Diamond Bee. Боже, смотрите, как часто одареночки падают. Ой, одареночки, легендарочки, ребят. Это легендарочки, но они нам не нужны. Cool Bee, Red Bee, Bubble Bee. Браво Би. Так, сердечко наше заканчивается. Оно не влияет, насколько я понимаю. Насколько я знаю, что оно не влияет. Но я все равно использую желейки. Стараюсь использовать в основном только под сердечком. Мало ли оно будет влиять. Потому что все-таки написано удача. А я немного суеверен, друзья. Я по этому поводу очень сильно переживаю. Потому что я трачу слишком много денег. На стриме мы с вами потратили 500 миллионов. Это 500 Royal Jelly. И поймали всего лишь одну одареночку.
Хорошо, что она была не повторочка, потому что в прошлой серии я потратил 1000 Royal Jelly и поймал 5 одаренок, но все из них были повторками, это меня очень сильно расстроило. Так, продолжаем, ребята, продолжаем ролить. Shocked Bee. Дальше, Fire. Я надеюсь, что с этих хотя бы 100 выпадет одареночка, потому что на стриме не повезло, возможно, повезет сейчас. Но, скажем так, бывает хорошо, хорошее везение у меня, а бывает уровень везения Робзи. Ниндзя-пчела, 160 желеечек осталось у нас. Давайте Music Bee, да что ж такое, так часто эти легендарки сыпятся. Так, сердечко наше пропало, пчелочки мне сердечко не хотят упорно давать, видите? Обычно они выдают много-много сердечек, но сейчас они не хотят работать. Если попрыгать вот так, должны выдать нам сердечко. Нет, не выдадут нам сердечко. Даже пчелка-мишка, мне кажется, чаще бафа дает, чем эти сердечки. Ладненько, будем использовать без сердечек тогда. Мишку взяли, давайте без сердечек. Слишком долго они все это делают, ребят. Ролим, ролим дальше, 150. Если 100 остается, мы будем ролить до ближайшей нормальной одареночки. Ой, легендарочки. Оговорочка по Фрейду. Так, все-таки совсем плохо стало. Ребята, обалдеть. Я просто в шоке. Я просто в шоке. Вы сейчас не представляете, в каком я сижу шоке. Выпала 21-я одареночка, и это не повторка. Это легендарная одаренная пчела, ребят. Это не просто так. Ребята, я просто заслуживаю лайка. Друзья, я просто жду от вас лайка прямо сейчас под видосиком. Кто не подписался, подпишитесь, ребят, пожалуйста. Очень круто, ребята, еще одна одаренка, смотрите. А 21-я, ребята, 21-я. Давайте посмотрим, что она дает. Кстати, это одна из крутых одареночек пчелок. Я стал заговариваться, друзья, извините. Music Bee одаренно дает 25% фарму от пчел. Пчелы не так много фармят, как взрывы, но тоже очень много. То есть это реально круто, ребята. Ух, это реально классно. Получили мы одареночку. Прокачивать, конечно, у нас ее нечем. Печенечка одна есть. Мы ее давайте кинем и сделаем второй левел. Все, все, мы закончили на этом. Мы можем, конечно, вот сюда закинуть еще вот эти вот наши клубнички. Все, ребят, мы получили музыкальную одаренную пчелу. Это круто. Теперь одна у меня лишняя. Теперь нужно вот эту будет убирать, ребята. Занести нее, ролить что-то другое. Но пока хватит, друзья. Пока хватит. Что мы теперь идем делать? Мы теперь идем делать, получать новый баф. Новую золотую звезду. Так, смотрите, амулет босса у меня есть. Амулет диамантовый есть. Алмазный, вернее. Проверяем. Да, 21 пчела у нас. Подходим и тратим еще 250 миллионов. Ну что, ребят, что нам попалось? Воу! 1,75%, то есть 75% у нас будет вместимость. 27% к фарму белых. 46% к фарму пчел. 33%... О, боже мой, смотрите. Да, жалко, нет конверсии. Но все равно, смотрите, как круто. 33% синих и 37% красных. То есть я буду фармить еще... Боже мой, я буду фармить еще больше. Конечно, меняем, ребята, конечно, меняем. Забираем этот амулет. Теперь у меня золотая звезда. Давайте на нее просто хотя бы посмотрим. Вот она, золотая. Смотрите, какая крутая. Вот это да, золотая звезда. Вот это круто. И рюкзак у меня теперь 2 миллиона 428 тысяч, ребят. 428 тысяч и 2 миллиона. Это круто. Кстати, хотел показать. Я сейчас нахожусь на 25 месте. Я был на 23-м. Меня немножечко обогнали. Но я думаю, я сегодня еще полночи пофармлю. Чтобы, друзья, на стримчике у нас была возможность опять использовать такую штуку, как мы с вами делаем. 2000 лайков, 500 Royal Jelly мы будем ролить. Фух, так, теперь нам осталось, сколько пчел нам, друзья, осталось поймать? Получается, у нас с вами 21 одаренная пчела. И всего у нас 33 вида пчел. Из них у нас ивентовая пчелочка-котик. Я, кстати, буду все-таки юзать на нее печеньку, потому что я хочу проверить ее баф. Правда ли он дает 50%? Либо он дает именно половину, то есть два раза. Потому что баг у нас был с Хонеби, с вот этой вот Хони, где она Хони. Вот, немножечко она багана, неправильное описание у нее. Но мы разобрались, она очень крутая. Также я хочу проверить этого котеночка теперь. Поэтому он ивентовый, мы его не считаем. Осталось, получается, у нас 33 пчелы. И у нас 21 одареночка. Значит, у нас неодаренных еще 12, минус котик 11. То есть у нас всего осталось 11 неодаренных пчел. Это жестко, друзья. Также, смотрите, я сейчас доделываю квест. Я почти доделал пятую звезду. Ну, это мелочи.
Это тоже пауки мелочи. Мне осталось в основном убить вот три туннельных медведя. Это 6 дней нужно будет ждать в любом случае, потому что он рисается раз в 2 дня. Я убил его сегодня на момент записи ролика. То есть еще 6 дней нужно будет в любом случае ждать. И я получу еще одну печеньку. И вот здесь квест панды. Я доделаю 4-й квест и будет 5-й, последний. Я тоже получу печеньку. То есть плюс 2. Плюс 2 пчелы мы уже получаем. Сейчас мы с вами полетим наверх. Возьмем какой-то баф, на каком-то интересном поле у нас будет сейчас баф, и на хорошем, на пауковом. Pineapple Patch, хорошее поле, ребята, хорошее Pineapple, сейчас мы полетим и забьем наш рюкзак. Посмотрим, сколько мы с вами забиваем за раз. У нас 736 тысяч, сейчас в инвентаре, кстати, мы их можем в принципе потратить. А на что можем потратить? А, давайте мы сейчас проверим просто с нуля, сколько мы забьем рюкзака, мне очень интересно. Кстати, да, я потерял 4% конверсии. Это немного меня расстраивает, но а что поделать? Так, мы подходим сюда и сейчас потратим все денежки вот на печенечки. Да просто на печенечки сольем, скажем так, все денежки. Так, давайте вот так вот по 100 тысяч. По 100 тысяч мы все сольем, все. 36 тысяч осталось. Можем мы еще посливать, да. До нуля, ребята, 6 тысяч, ребята. Мы сегодня потратили с вами 5 миллиардов полностью до копеечки. Мы эти печенечки теперь с вами, знаете, что сделаем? Мы засунем их вот сюда. В нашу пчелочку музыкальную. Держи, держи, 4-й уровень. Я потом еще прокачаю ЛЛЛ 8-го хотя бы, нафармлю денежек, прокачаю. Амулет я этот пока оставлю. Возможно, я потом переролю его, посмотрим. А теперь мы отправляемся с вами на Pineapple поле. У нас с вами в рюкзаке 17 тысяч. Ладно, пускай будет 17 тысяч, мы их не будем считать. Это мелочи, я с одного удара столько фармлю. Поэтому нет смысла их сейчас убирать. Так, давайте заберем, пока наши пчелочки прилетают, ананасики. И сейчас попытаемся нафармить наш рюкзак полностью. Так, давайте, кстати, мы сейчас убьют наши пчелочки вот этих вот зверей. Так, звери, давайте. Сейчас пчелочки еще съедят второго. Все, теперь мы с вами пофармим. Да, пчелки реально много теперь фармят. Так, берем бафы. Берем бафы хотя бы сердечко, либо пчелки-медведя. Давайте вот так попрыгаем. Они обычно, когда прыгаешь, они начинают лучше стараться. Вот, видите, пчелку-медведя выдают нам. И теперь залетаем. Грубо говоря, у нас было по нулям, друзья. По нулям. Сейчас мы это все попытаемся нафармить. Сколько мы в итоге вынесем? Так, отлично. Просто, смотрите, 500 тысяч мы уже забили. 500 тысяч забили бафы, котика. Сейчас вот удар взяли, сердечко. Мы еще под пандой 1 200 000 забили. Неплохо, неплохо. Так, массовые взрывы. Да, сейчас наш фарм просто увеличился в разы. Уже почти 2 миллиона меда. Так. Мы рюкзак еще не забили, друзья. Мы еще не забили рюкзак. Так. Давайте. Все, рюкзак мы с вами забили. У нас уже 4 миллиона меда. 4 163 тысячи. И сейчас мы еще все переработаем. И посмотрим, сколько я получу меда за один заход, ребята. Это капец. За один заход мы с вами сейчас узнаем, сколько получим. У меня было там 16 тысяч в рюкзаке. Ну, пускай, ладно, это, кстати, мне минус. Это, кстати, минус, что они у меня были. Так, смотрим, 5 миллионов уже есть. Так, я думаю, будет где-то 6,5 миллионов. Ну-ка, 6. 7 миллионов 300 тысяч, ребята, 7 миллионов 300 тысяч за один заход. Это просто нечто, ребята. Это просто нечто. Это просто крутой ролик. Это просто крутая серия. Это, мне кажется, одна из самых лучших серий, потому что получилось просто круто. У нас теперь 21 одаренная пчела. Новый золотой амулет и 43-я ячейка. 43-я, ребята. У единиц есть вообще в пчеловоде столько ячеек. На сегодня, друзья, я буду заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, пишите свой комментарий, делитесь видео с другом, пожалуйста, сделайте репостик. На сегодня все, хорошее настроение, спасибо за просмотр и всем покедова!